Всем привет! Продолжаем мы тему майнинга, точнее даже сказать АФК майнинга, потому что майнинг не АФК, для меня немножко дикость. Сегодня мы поговорим, сравним три корабля: Порпуаз, Орку и Скиф. То есть на чем майнить выгоднее АФК и насколько это удобнее. Порпуаз можно посмотреть более полный обзор в прошлом видео, я слишком сильно на нем заостряться не буду. Мы будем сегодня говорить конкретно о Орке и о Скифе. Мы выйдем из дока сразу. Я покажу вам фит и как вообще это работает. Полетим мы на любой из белтов. Почему сразу выйдем? Потому что у нас у Орки очень инертный, корабль сам очень инертный, поэтому он очень долго выходит и очень долго летит. Давайте поговорим про фит. Фичу я его в АФК майнинг точно так же, как и Порпуаз, по большому счету. Единственное, что здесь у нас очень прочный корпус, 70 тысяч, и очень прочный щит, 40 тысяч. То есть, чтобы слить Орку, если вы не затупите, чтобы слить Орку, нужно где-то около 100-120 суицидеров. То есть, сами понимаете, что это мало вероятно. Так, у нас все включено, то есть 320 тысяч, это не полный, то есть можно еще зафитить его посильнее, и он будет более живуч, то есть до 400 с лишним тысяч можно сделать. То есть он по живучести примерно такой же, как фрейтер. Что я ставлю? Ну, во-первых, обязательно риги на дронов, тот же самый риг Т1 и два рига Т2. Который увеличивает добычу дронов. Ну, давайте посмотрим. Вот влияние на объем добычи 10%, и вариант с Т2, по-моему, дает 15%. Так, да, вот 15%. Так что, если вы хотите АФК майнить именно дронами, в принципе, на Орке по-другому не получится, то вам вот эти риги, они обязательны. Они очень сильно поднимают добычу. Также здесь у меня сверху, ну, клока, модуль для увеличения дальности дронов, увеличивает на 24 километра, насколько я помню, да, 24 километра, и сам по себе бонус для флотилии, если мы будем копать, например, с сальтом или в любом другом флоте. Ну и во вторых модулях у нас с вами стоят расширение щита, пассивка и два активных модулятора, ну и также сканер. Сканер, кстати, бьет очень далеко, можно сказать, что он бьет практически на весь белт, если не на весь точно. Вот видите, 57, а у нас 135 километров, то есть у нас белт сам по себе, он гораздо меньше по длине, смотрите, он у нас всего лишь 50, ну как раз эти 57 километров, наверное, есть, тут 59, я чуть-чуть отлетел. Вот. Что касается, видите, непись на нас сагрилась в белте. Что касается убивания фрегатов, это очень сложно, потому что нам, чтобы залочить фрегат, нужно где-то около минуты, то есть от 30 секунд до минуты, в зависимости от размера. Но они, по большому счету, никакого неприятности нам не доставляют. Теперь, как можно слить Орку? То есть, если вы затупите, такое бывает, я видел... На киллборде есть такие ребята, которые сливают Орку в хайсеках. Как это происходит? Видите, на меня сейчас заагрилась непись. То есть, чтобы ее убить, я могу использовать только дронов. Далее, смотрите, если у нас стоит агрессивный режим, если к нам сюда в белт какой-то левак сидит в белту, если мы ее выпустим в агрессивном режиме, то левак может просто сагриться на корабль. Дроны начнут атаковать корабль, соответственно, того, кто сагрился, прилетит конкорд, его снесет. Далее прилетают чуваки, которые с ним во флоте, и расстреливают корабль, потому что мы сагрились на флот, и флот имеет право нас атаковать, конкорд ему ничего не сделает. Прилетает несколько Т2 кораблей и сносит нашу Орку. Делается это все очень быстро, вы ничего не сможете сделать. И такой суицид, кстати, где-то на Ютубе даже есть, можете поискать, посмотреть, это все делается. До обновления 16 года все было гораздо тяжелее, Орку могли засуицидить около 20 Т1 фрегатов.
Ну, точнее, Т-1 кораблей, не очень дорогих. Поэтому ее летали, суицидили 20 секунд, которые там в 0,5-0,6, этого вполне хватало. Теперь смотрите, если вы хотите все-таки снимать непись, то запускаем дронов, обязательно проверяем, чтобы стоял пассивный режим, и вручную их всех разносим. Но я, как правило, их не трогаю, потому что они не приносят никакого неудобства. Просто они сагрились и бьют. То есть один раз у меня слили дрона, но я не знаю, за несколько месяцев у меня Т1 дрон, это, то есть для меня это нечувствительно. Естественно, теперь если говорить о майнинге, у нас очень он зависит от скиллов на дронов, от самих дронов и от фитоорки. Поэтому этому нужно уделять особое внимание. Но у меня в 4 дрона прокачаны, майнинг не основной мой источник заработка вывки. Давайте посмотрим, где у нас дроны. Соответственно, улучшение оружия дронов также влияет на добычу. То есть, видите, 10% объем выработки руды и урон. И также нам нужен буровые дроны. Качается все очень быстро. Если вы хотите именно ФК майнить или майнить на орке, то это обязательно для прокачки. Ну, вот эти два основных скилла, плюс скиллы на дронов, чтобы мы могли запустить 5 дронов. И скилл на саму орку, он точно такой же, как на Пурпуаз. То есть нам, чтобы водить орку и водить Пурпуаз, нужны абсолютно одни и те же скиллы. Так, это у нас так, тяжелые буровые корабли и вот флагманы буровых флотилий, они нам нужны в первую очередь. Ну, эти тоже не прокачаны, очень много, 33 дня, поэтому я пока на это дело все подзабил. Так, ну давайте посмотрим. Опять же, у нас достаточно долго лочатся астероиды, до 20 секунд, в зависимости тоже от его, опять же, размера. Вы сами видите. И давайте мы сейчас посмотрим, сколько у нас с вами добывают дроны. Про Пурпас вы можете посмотреть в прошлом видео. Я считал в перевод на иски где-то 4,3 миллиона было. Вот. Здесь у нас добыча с вами 158,86 метра за цикл, за 60 секунд. Давайте мы с вами тогда посчитаем, сколько это будет на 5 дронов. 86 мы умножаем на 5, получается 794 кубических метра за цикл, за минуту. Но опять же, я их распределяю на каждый астероид. Ну, давайте мы сейчас запустим. Добывать постоянно на один. Ну, не самый дорогой. Самый дорогой у нас, естественно, Плексиглас. Но опять же, можно сделать выводы, посмотреть, сколько у нас будет. Пока поговорим об отсеках. У нас здесь 4 отсека, но отсек для дронов это само собой понятно. Далее отсек для обслуживания кораблей. Сюда может у нас докаться корабли. Мы можем их перевозить. 400 тысяч кубических метров. То есть достаточно большие корабли сюда влазят. Дальше ангар для флота 440 тысяч метров. Тоже он огромный. Скиф сюда может майнить где-то около 20 минут. Зафичено именно на ФК майнинг, потому что два окна майнится вообще шикарно. И отсек для руды 172,5 тысячи, тоже он огромный, он качается вместе с прокачкой скилла на корабль. Если посмотреть особенности, вот увеличивается грузовой отсек, увеличивается отсек для руды корабля, но этого хватает на 2-3 часа майнинга. То есть мы просто ставим его майнить и уходим. Ну, естественно, периодически переключаю дронов на другие астероиды. Давайте сейчас у нас первый цикл завершится. Ангаром, соответственно, могут пользоваться все члены корпорации, если вы им разрешите, и также ваши участники флота. Так, ну вот, первый цикл. Дроны у нас возвращаются. Посмотрим, сколько они добывают за цикл. Ну, получается где-то. Так, да, 794,5 метра дронов я верну, получается где-то 96 тысяч. Сейчас мы посчитаем на калькуляторе, сколько это у нас получается. Так. А, 107. Так, нет. Немножко не то уже. А, вернулись дроны у нас. Блин, затупил. Ну ладно, 79 тысяч там примерно было. Умножаем это на 60, получаем где-то 5
с половиной миллионов. То есть, как видите, орка не намного выгоднее папуаза, но она намного удобнее. То есть папуаз нам надо таскаться где-то раз в час на переработку. Здесь же, как вы видите, если посчитать, ну давайте, на сколько времени нам хватит орки. Так, 172,5. Мы прибавляем наш ангар флота 40 тысяч. Так, прибавить 40 тысяч. И прибавляем, ну, примерно 30 тысяч. Там можно сделать побольше. Как видите, у меня стоит увеличение корпуса за счет объема грузового отсека. Где-то, ну, 245 тысяч. Делим мы это на, ну, в среднем на 800. Получается 303 минуты. Это где-то около 5 часов. То есть раз в 5 часов нам с вами придется летать на переработку. То есть этого хватит, ну, вообще на весь день. Вот. Давайте тогда теперь мы посмотрим, насколько выгоднее нам будет добывать все это на буровом корабле. Потому что все-таки орка — это флагман буровых флотилий. Мы сейчас возьмем скиф. Халк, коветр я не беру, потому что все-таки они не настолько живучие, и при желании можно их легко засуицидить. Халк-то точно суицидится, там 10 человек берется и легко он убивается, но обычно даже меньше. И все зависит от того, кто хочет вас слить. Орку слить, я думаю, что нереально собрать такой ганг, и никто не будет летать искать орки. Но, может быть, такие все-таки ситуации когда-то и случаются, но я таких не слышал. И на киллборде я ни разу не видел, чтобы кто-то слил орку, именно за суицидив. То есть там сразу видно, когда сливается орка, что участвует еще NPC-корабль. Поэтому тут чисто, как бы, как сказать, чисто проблема владельцев, чисто их тупость, что они сливают орку. Я говорю, это сделать суицидом практически нереально. Сейчас, ну давайте мы пересядем. Давайте пересядем тогда в скиф и посмотрим, насколько он будет быстрее добывать. Так, вот он наш скиф. Зафичен он у меня также для ФК-майнинга, чтобы его не прилетели, не слили. Давайте мы сразу полетим в билд. Я пока вам покажу, что у нас за оснащение. Риги здесь у меня поставлены на заплатка на Е. И так. Прочность щита, да, расширение щита 15%. То есть Халк сливается. Это я понял где-то лет 6 или 7 назад, когда майнил. Когда их только ввели, когда я майнил возле Житы, вообще там в единичке, по-моему, либо 0.9, либо единичка, прилетели два корабля и слили Халк в легкую вообще. Неважно, как вы будете фисить Халка, он для ФК-майнинга не подходит. Самый лучший вариант — это скиф. Смотрите, у нас здесь, если мы активируем две наши инвульки, получается 84 тысячи. То есть этого, чтобы это слить, я не знаю, нужно где-то около 15-20 кораблей. Тоже этим никто не будет заниматься. Как вы понимаете, 200 миллионов стоит корабль с фитом. Единственное, что у меня стоит, damage control, второй вместо лазер апгрейда. Ну, просто у меня так что-то такая небольшая паранойя. Ну, можно его убрать. На самом деле, на меня никто никогда не суицидил, не пытался суицидить на скифе. Я помню, в начале, как только их ввели, прилетел бомбер, пытался меня засуицидить, но в итоге он даже не снял щит, поэтому тут говорить о суициде скифа вообще глупо, на мой взгляд. Вот. Ну, также у меня стоит две заплатка на ИМ пассивки и на термал. То есть мы видим, что у нас примерно такой сбалансированный фит, сбалансированный резист, 85 тысяч прочности и хп. Поэтому система у нас полностью стабильна, мы можем АФК майнить. Единственное, минус Халка, то, что у него отсек для руды всего 15 кубометров. Поэтому не очень удобно на нем майнить, нам нужен для майнинга
флагман буровых флотилий. Поэтому, опять же, если играть два окна, то орка плюс скиф вообще идеальный вариант. Оставил и забыл. Единственное, конечно, надо будет периодически выкладывать руду в ангар. Так, ну давайте посмотрим, что нам нужно для скифа. В первую очередь, нам помимо самих скиллов на корабль, вот у нас требования, их достаточно много, я говорил, что около 2 месяцев его надо изучать. Но оно того стоит, добывает он гораздо больше. И навык «Буровые корабли» тоже должен быть прокачан, потому что у нас увеличивается прочность щитов и продолжительность сокращается циклов лазера. Ну, соответственно, наших лазеров выработки, стрипмайнеров. Можно использовать первые стрипмайнеры, но вторые дают приличный бонус в случае использования кристаллов. Опять же, да, я думаю, что я сделал отдельный гайд по майнингу, не будем останавливаться, что нужно и в чем плюсы. Давайте полностью зафичный корабль, сейчас мы с вами на что-нибудь направим. Давайте, ну тогда уже опять же возьмем велст. Велт, так, да, велст у меня есть. А, так, это один кристалл. Нет, тогда это дело не пойдет. Мы возьмем кардит, ладно. Здесь у нас идет, опять же, небольшой радиус, всего 15 километров у нас действия, поэтому нужно будет летать также от астероида к астероиду. Ну, давайте цикл возьмем, пока посчитаем. Цикл длится у нас около 3 минут, соответственно, чем больше у нас развиты навыки, тем у нас меньше цикл, объем добычи остается всегда один и тот же. Так, ну давайте мы возьмем калькулятор, опять же наш, и посчитаем. У нас получается 2 майнера по 1462 умножаем на 2 и делим на примерно, ну, 2-3 минуты. То есть у нас получается 1270, ну 1200-1230, в зависимости от ваших скиллов, будет у вас за цикл в минуту. Плюс у нас также есть с вами майнинг дроны. Они нам дают, так, они нам дают с вами примерно 42 метра кубических в минуту. Так, это мы давайте так сохраним. 42 на 5, получается 210. Мы прибавляем то, что у нас, так, прибавить. Опа, так, не то. Получается 1481 у нас метр за минуту. То есть это примерно, если поделить на 800 то, что было в орке. Так, не понял. А, ну вот примерно в 2 раза скиф добывает больше, но, сами понимаете, цикл у него больше, и нам раз где-то в 10-15 минут надо перекладывать нашу руду, либо выкидывать ее в космос, ее могут стыбзить, либо перекладывать ее в наш флагман буровых флотилий. Можно также майнить, но это я сделаю отдельный гайд. Тогда уже, потому что это очень отдельная тема. Ну, давайте цикл сейчас закончится. Просто посмотрим, сколько мы с вами получим денег за цикл. Ну, сюда складывать в сам корабль смысла никакого нет. Карго очень маленький, 350 метров всего. Ну, вот отсек для руды 15 тысяч метров. Поэтому, в принципе, жить с ним можно, но, опять же, нужно постоянно менять. Нужно постоянно менять астероиды, потому что они очень быстро выкапываются. То есть для АФК-майнинга это неподходящий такой полу-АФК, то есть когда мы можем там раз в 5 минут зайти и подправить то, что нам нужно. Ну, смотрите, за цикл мы получаем 330 тысяч. То есть, опять же, если мы 331 тысячу мы умножаем, так, на 60, давайте лучше так сделаем, 331 тысячу умножаем на 60 и делим на цикл где-то 2,3, получается, ну вот около 8 миллионов за час мы будем получать. То есть смотрите сами, очень-очень низкий уровень дохода от майнинга на самом деле, если вы соло майните. Поэтому я считаю, что майнинг в АФК — это единственный вариант, когда можно реально майнить. То есть вы занимаетесь своим делом, либо это у вас, например, второе окно, оно просто майнит, когда на основном вы там делаете миссии, карибите, либо летаете где-то по нулям. Ну, в принципе, я обычно так и делаю.
Вот, на этом все. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Я тогда постараюсь сделать гайд по майнингу, опишу конкретно, что кто делает, на чем. А вообще заведу, скорее всего, альфа-аккаунт, и с него начну, потом куплю ему плекс. Будем именно с вами разбирать, что такое майнинг и как можно ли намайнить, например, на альфа-аккаунте на плекс. И сколько это у нас займет по времени. Я думаю, что это громадные будут какие-то сроки. Вот, но опять же, давайте тогда в следующий раз об этом поговорим. На этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.